Здравствуйте, друзья, подруги. Очень рад вас приветствовать на канале Реакции Амферствилла. Меня зовут Артурчик Амферствилл, и сегодня мы будем чекать свежий, вот буквально 4-минутный младенческий клип злого малого, а.к.а. Не Эльдара Джарахова. Нет, это не Эльдар. Если кто-то из вас подумает, что это Эльдар Джарахов в маске и в нарощенных дредах, это не он. Ни в коем случае не он. Реально. Ни в коем случае. Вот даже Эльдар, собственно, сам Эльдар вот сейчас что-то написал. Блядь, вот дура. Микрофон зажала. Блядь, ну он реально жестко кайфует, ребята. Я вам честно скажу. Вот я бы вам показал, но там, возможно, осужденка какая-то. Так. А, не, походу, у меня телефон наебнул. Ладно, все, окей, погнали чекать Эльдара. А, нет, реально зажал. Блять, ладно, хуй с вами, let's go. 1:40. Эльдар, кайфуй там. Так, ну-ка. Бля, ну мощно, мощно. Бля, а чё так тихо? Ну-ка, давай еще раз. В целом, как будто трек тихий. Бля. Блять. Твич, если чё, это взрослый человек. Это взрослый человек. Ну, бля, слышите, в целом, то, что Эл начал жестко бразильский фанк юзать, мне даже нравится. Блядь, ну слышите, ну так-то качает, но, во-первых, у меня вопрос, почему в клипе, блядь, музон очень тихий, реально очень тихий. Я не знаю, может, это на монтаже кто-то проебался, но в целом оно нормально валит. Оно нормально валит и по раскладочкам неплохо звучит. И, ну, блядь, клипецки видно, что, типа, одним днем сняли много-много женщин, денег, Эльдар вот тут зачем-то пол ебет, блядь. Ну, посмотрите, ну, блядь, ну, что это, блядь, ну, зачем ты это делаешь, блядь, молодой? Ну, реально, не понимаю. Прикольно, что Джарахов реально дает возможность всей вот этой своей внутренней... Рэпа! Хочу поделать рэпа про жопы и деньги. Сделал реально, наконец, отдельного какого-то персонажика, типа, и оно теперь выглядит, ну, хоть как-то абстрагировано от его основного вот этого попс-проекта, типа, потому что, правда, это странно выглядело, когда у него то это, то третье, то пятое, то десятое. Типа, вполне себе база, мне даже нравится. Типа, ну, я бы это слушать, конечно, постоянки не стал, но в ТикТоке трек с этих, как его, блядь, «Крысиных бегов» нещадно меня заебал. Вот просто он, блядь, везде был. Этот трючок реально отовсюду летел. Когда Джарахов из «Шерсти в Африка» переквалифицировался? Да я думаю, он всегда таким был.
Я думаю, что Эльдар всегда таким был. Вот честно вам скажу. Идея с фотошопом прикольная, никто не дает, приходится полки пать. Блять, сука. Окей, окей, ладно. Не, что, прикольно, прикольно. Пускай как раз вот реально он как-то сегментизирует там свои вот эти тречики между собой. Там, Джарахов, вот это вот, попсовый человек, человек под гитару с красивыми клипами. А вот это все, это, блядь, такое... Не за что брать! Не за что брать! Сука, я ему написал, говорю, я надеюсь, за этот кадр с комиком мне Twitch не снесут. Ты с канала VS Rap сидишь на Ютубе? Блядь, сука, с какого с канала VS Rap, блядь? Эльдар, нахуй. Так, ладно, блядь, вы не можете... Эльдару нельзя позвонить, сука. Блядь! Сука, Эльдар, блядь. Не, нормально, нормально, нормально. Хорошо, хорошо.